Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Reader Play. Меня зовут Александр. И сегодня мы в рамках подписки PS Plus Extra поиграем в игрушку The Gardens of Between. Вернее, The Gardens Between. Так, давайте начинать. Всем приятного просмотра. Игра вроде небольшая, разряд инди. Ну и по части головоломок игра. В общем-то, такое я люблю поиграть. Временами. Ну, то есть всех любителей приглашаю присоединиться. Давайте смотреть. Отзывы вроде игры неплохие. Графика простая, но душком. Ну и разобраться маленько надо. Ой, что-то помнится, с перематыванием времени у нас будет. Way up. Путь наверх, да? Объясняют все, я так понимаю. Стих все делается. Задача получается всегда вот эту донести, что ли, штучку. Ну, я предполагаю. Сколько надо таких штучек, что ли? Так, пацик только дергать-то у нас умеет. Все, я понял, вот это забирает, значит. Значит, нам надо ее просто закрыть и вернуться назад, получается.
интересная, такая интересная реализация, конечно. Когда вперед время отматывает нас. Ну и тут, я думаю, мы уже дойдем. Так толком ничего не объясняется. Сидели в домике и улетели в какую-то трындень, блин. Шарики собирали. Что ли умудряется? Больше-то нет таких штучек-то, да? А, может быть, кстати... Да, еще один. Вот эту сперва надо нажать. А цель-то где ходит, блин? Че не там? Санчик-то где? Вперед обратно. А, блин, чё, это нету уже, что ли? А как тогда? Что я зря, конечно, эту динкнул. Надо было сразу еще одну такую штучку взять. Пацанчик, где? До конца дойдем. Эти отжимают. Пацан, ты что, не можешь эту снять, что ли?
общем, не сложно пока. Следующий уровень у нас есть. Блин, а это сейчас заберет, да? Понятно. Посмотрим, что будет, если мы так сделаем. Наверное, ставить надо. А, не, нифига. Так, давай назад. Теперь поставим. Хорошая эта штучка ездит. Интуитивно понятно все. Бассейн. Мороженое принесло. Ой, механика. Это фигнюшка. Надо ее закрыть. Так, я вас понял. Просто достаточно.
Так, давайте посмотрим, какие тут хоть ачивки. Так, табула раса. Очистить доску. В принципе, не так много трофеев здесь. Платина, кстати, даже есть 26%. Ну, не знаю, может и получится выбить даже. Друзья уже не вместе, но воспоминания останутся навсегда. Не знаю, что-то такое за ачивка. А, блин, я за... Блин, я, короче, загляделся, пацаны, блин, сорян. Надо было вот эту вот переключить, я что-то немножко загляделся. Так, сейчас, наверное, надо нам назад, чтобы пацик что-то тут нажал, блин, кнопочку. Просто чтобы до какого-то момента, что ли, это все промоталось. Наверное, да. Да не, побыстрее бы бегали как-то. Понял сразу. Кассета была, отмоталась. Телевизора эту штучку подобрала. Прикольно. Ну да, такие игрушки забавные достаточно. Простенько так. И вечерком так. Голову маленько поломать не сильно напряжно. Да и детям, наверное, подойдет такая для развития. Почему нет? Так, что это у нас делает? Наверное, так надо.
Так. Назад надо. Что, можно так оставить? Можно и в воздухе оставлять. Прикольно. Ребята разделились. Здесь что ли посидит? Так, это мы уже до этой дошли. Где нам шарик-то взять? Я больше шариков не вижу. Эта штучка не закрылась. Так, это что такое дали мне? Что под скатертью? А, ну вот, теперь вот должно получиться. Это вот хрень была. Ну все, ништяк. Теперь можно тупо бежать. Года игра-то что-то не новая, как-то я ее пропустил. Обычно я такие игрушки не пропускаю, тут по подписке чисто увидел PS Extra.
Каких только знаков зодиака тут нет, блин, новых. Ну, уже что-то с Децл сложнее начинается. Ну, тут не понял я сперва со скатертью до этого загадку. Так, по облачкам ходить можно. Так, там. Это нам дают. Тут, походу, нам заберут. Что-то не можешь залезть, что ли? Пипец. Так, и назад мы уже не можем, да, пройти? Так, это что, я зафейлился, что ли? Что делать? Опа! Пила-то пилит, что ли? Ну-ка. Да, ну тут, конечно, такие вот не сразу догадаешься. Пила времени. Пилите. Вот интересно, игру просто пройти, видимо, надо, и дадут платину. Если так, так тут легчайшая платина. Раз. Все трафикантеры, наверное, ее тут выбили, блин. Ну, отлично. Туманчик сможем пройти. Блин, опять у нас отжимают эту штуку. Блин. Чё, почему тумана сейчас не стало? А, вот. Надо, чтобы она у нас ее забрала. И мы сможем пройти. Да, тут чисто с пилой загвоздка была, блин. Так, вообще изичный уровень. В принципе, пока сложных-то и не было. Единственное, что не сразу поймешь тут и нюансы, блин. Что пилой, оказывается, пилить надо, что там, оказывается, эту поставить в нужном месте, чтобы под ковер можно было поставить эту штучку куда-то, наверное. Я далеко поползу. Блин, PS4 вроде графики, ну игра-то не требовательная, что-то тормозит. Ну. Так, я надеюсь, я правильно выбрал эту фигнюшку. А, стоп. Вот та, да? Надо, короче, в нужную поставить эту. Дальняя самая, да?
все. Вот эти как... Ой, в эти... В наперстки, что ли, называется? Играть-то там, шарик угадать, где находится. Типа того, блин. Все, погнали вперед. Сейчас надо тоже какую-то, видимо, угадать, какую поставить. Ой, столько назад отматывать, что ли? Пипец. Ну ты, блин, сейчас подбирай, да, эти. Ну, наверное, самую дальнюю, как до этого было, я подозреваю, что. Хотя вот бы взад-вперед побыстрее бы делалось все это дело. Ну, вроде быстрее, кстати, топает сейчас. Так и есть, как и в первом случае, самую дальнюю надо было выбирать. Отлично. Фейлиться-то, наверное, нельзя. Так, вообще назад-то я смогу уйти или нет? Уже не смогу. Понял.
Так, там туманчик, поэтому нам, скорее всего, вот эта вот фигнюшка понадобится. Так, и возможно... А, ну все, я вас понял. Значит, я здесь оставляю. Надо нам туман разогнать сперва, я так понимаю. Столько всяких фигней тогда, я вас понял. Что-нибудь поделать. Раз, то, что нам нужно. Ой. Это не пройти получается, что надо кому забирать. Так, здесь мы тоже не пройдем, так что, наверное, ее получше надо. А вот как раз она нам не будет и нужна, чтобы туман-то этот сеять. Наверное, так. Понятно, сейчас мы ее... Ставим, значит. Куда ты упрыгнула? Как быть? Как быть? Кстати, рабочие. Можно тогда прямо девчонку-то, я думаю, спустить сюда. Ловля на живца. Так, еще какой-то приз нам дали, ребят, дайте письмо. Арина висит на волоске. В общем, да, тут все, тут куча такие, учитывая такие проценты тут. Вообще все это 43, это достаточно много вообще для приза, поэтому все элементарно. Ни у кого трудностей не возникло. Внимательно и просто смотреть за всем.
Что какое-то созвездие открыли. Непонятно зачем это. Тут нам не пройти, да? Надо как-то эту открыть штучку. Надо, непонятно. Так, тут, кстати, вот какие-то цифры крутятся. 4. 6. Значит, 6. То есть 4, 4. Так, 6, 4, 4, 6. 7, 6. Значит, 6, 4, 4, 6, 7, 6. Там где-то в начале код был, ну, наверное, вот придется так помудить. Сложно его набирать. 7. 2. Нет, 2 это вообще точно не вариант.
правильный. Так, и что это такое? Тут надо, наверное, другое нам выбирать. Чё к чему, блин? Начнем с первой, блин. Это нам надо. Что нам вот эта ведь штучка нужна? Или нет? Чё-то не то. Вот оно что, нихера себе. Еще чистоту было подбирать. Так, теперь нам надо как-то ее открыть. А как ее открыть? Блин, так на чтоб листик еще пролетел, что ли, было, блин. Пипец. Ну, тут некоторые загадки, конечно, так меня достаточно сильно вымораживают. В общем, тут что у нас? Финишная прямая. Пойдет? Интересно. А, нет, так не пойдет. Нам пройти надо ведь. Так, что за хрень? Может, еще надо отмотать что-то? Я остановился на полпути. Получится добежать? Ай. Надо как-то смотреть тут, что ли?
Отлично. Теперь открыть. Что, надо идти назад, значит? А, вот, кстати. Что, Михалыч? С этой помудить, что ли? Вон оно что. Блин, капец тут, конечно, игры разума, блин. Вернее, игры времени, блин. Можем дойти, я так понимаю. Наверное. Увлекаются.
Давай сразу поставим, наверное. Thank you.
Следующий уровень у нас. Пучок. Так, что нам тут делать? Тут опять как с пилой, что ли? Понятно. Кстати, все, не привыкну к этой механике. Капелька рулит. Так. Тут мы там сделали. Ай, стоп. Опять, наверное, надо. А, нет, тут, наверное, надо сейчас водой открыть. Я так подозреваю. Фигнюшка. Так, наверное, поставить надо. Что мне так кажется? Так, воду сматываем. Все ништяк. Следующая загадка, да? Так, опять какие-то фигнюшки. Совсем понял.
Не катит, да? А, блин. Надо что-то так-то две баночки там было, что ли? Мне со второй банки надо вообще. Получилось. Что такое? Да пипец, тут некоторые загадки, конечно, жесть. Назад мне уйти надо вот это вот. Птица была, блин. Так, все, у нас эта штука есть. Можно идти дальше, да? Все без косяков должно быть. Стоп. Без косяков что-то не получается. Так, надо поменять, значит. Так, стоп. О! Вперед обратно, блин. Это не должно быть, наверное, на этом уровне.
В общем, здесь, ребят, я думаю, закончить стоит серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Надеюсь, было интересно, видео было полезным, возможно, кому-то. Продолжим с этого момента в следующей серии. Игрушка небольшая, судя по всему, так что я думаю, ну, на две части я все же поделю, не затягивать. Тем более еще, ну, что-то загадки усложняться начали. Да и спать надо. В общем, увидимся, всем пока, до новых видео.